Всем привет, с вами Антон, я начинаю играть в 100 дней. Вот. Ух. А вот он, я Питер, Так, вот. Надо Питера пустить. У нас пока что нет ничего такого. Скоро будут зомби. Окей. Я сейчас до босса дойду. Быстренько. Сейчас накоплю денег. Сейчас я вернусь через секунду. Вот я поднакопил сколько смог. Давайте. Питера прокачаем сразу босс. Вот босс. Ну, будет уже поиск. Так. Сейчас я вернусь, только посмотрю видео. Видео я не смог посмотреть. Нифига себе, сколько. Я подзаработал. Антон. Сейчас я вернусь. Скажи кое-кому, что надо видосики снимать для YouTube. Ладно, сейчас вернусь и поднакоплю. Как раз. Вот. Ладно, сейчас я вернусь ровно через секунду. Вот, я вернулся, поднакопил. Вот только что, что у меня была пола коробочка. Так. Вот, я прокачал Алису. Надо Питера еще качать. Так, 30-й Питера нужен. Вот. Я все трех на первом тоже поставил. И вот скоро 50. Уровень Питера 50. Так, давай сейчас. Давайте посмотрим. Что это? Ладно, давайте босс. Вот у меня проблема из того, что вы видите, что я прокачался. А, как же хорошо. А когда ты имеешь целую армию. И, кстати, напишите в комментариях, какая самая, когда становится железная броня с электричеством. То есть с электронапряжением. Вполне интересно. Ну, где-то, наверное, на 200. Где-то на уровень 200. Так. Вот, я получаю только вот золото. Вот, теперь я могу Алису прокачать. Вот, защиту прокачаю. Так. Вот это прокачаю, нот прокачаю. И как видите, у нас защита стала чуть-чуть покрепче. Сейчас вернусь, когда будет босс, а то серия будет длинной. Вернусь сейчас, через секунду. Вот прямо сейчас. Ой, запись еще идет, значит. Сейчас. Вот.
Я дождался босса. Поднакопил специально. И на сегодня, наверное, думаю, что это все будет. Вот. Я быстренько перепишу видео. Да, очень быстро перепишу видео. Все прям. Закарлит карлити плеер там. Питер. Ладно, всем удачи, до новых встреч на сегодня, это все. И потому что, если бы серия растянулась, то если бы я бы не успел пойти на мой. Ладно, всем удачи, до новых встреч, пока-пока. Сейчас я соберу это золотишко. И поставьте лайк, нажмите на колокольчик, подпишитесь на меня. И всем пока-пока.